Под радостные крики баскетбольной команды «Химки» выходят к болельщикам. Встречают как звезд. Даже самые юные здесь знают имена игроков наизусть. Сегодня у болельщиков много вопросов к спортсменам. Мы очень соскучились за лето и очень рады вас видеть. Приятно, что пришли. Ждем вас 25-го на игру. А так начал заниматься 6 лет и продолжаю заниматься своим любимым делом. Спрашивали о многом. Сколько мячей нужно забить на тренировке, как стать капитаном и, конечно, о планах на предстоящий сезон. Задача минимум – победить в Лиге ВТБ. Максимум – достойно сыграть в Евролиге, главном баскетбольном турнире Европы. Шансы велики, считает Римас Куртинайтис, который остается главным тренером «Химок» еще на 2 сезона. Обычно, конечно, весной видишь, была хорошая команда или нет. Если есть какие-то результаты, это хорошо. Но я думаю, даже могу сказать перед сезоном, что мы неплохие и попытаемся в этом году побороться и за высшие награды. И, конечно, хотелось бы с этой командой проявить себя и в Евролиге, но думаю, что нам все удастся. Прошлый сезон для команды был непростым. Смена тренера, неровные выступления в Евролиге, травмы. Но задачи на этот год команда ставит амбициозные. Основная задача, я думаю, на этот год – играть в финале и стараться победить ЦСКА. И я думаю, что первая промежуточная задача для нашего клуба – выйти в плей-офф Евролиги, а там мы будем смотреть. Новые игроки должны усилить мощь команды. Один из новичков – чемпион НБА и воспитанник БК «Химки» Тимофей Мозгов, с которым подписали контракт на этот сезон. Правда, в первых играх сезона он пока не выйдет, восстанавливается после травмы. Команда надеется, в скором времени Тимофей придет в форму. Тимофей Мозгов не готов, к сожалению, сейчас пока играть. И, так сказать, усилением это назвать тяжело, потому что вот как только он войдет в форму, да, тогда мы будем понимать, что это усиление мощное наше. Пока вот только вот видите, вот мы тело его видим, усиляет нас в раздевалке, да, потом будет на площадке усилять. Еще одно громкое возвращение – Джереми Эванс. Чемпион НБА по броскам сверху, он уже играл за «Химки» в 2016 году и рад возвращению. Тогда был мой первый раз в качестве игрока. Сейчас появилась возможность вернуться, получить второй шанс и сыграть лучше, чем в первый раз. Вы знаете, у меня была травма, это было непросто. До старта первых матчей всего несколько дней. 25 сентября «Химки» в обновленном составе выйдут на паркет, чтобы сразиться с «Зелёна Гура» из Польши в единой лиге ВТБ.